Покрывало нежнее нежного. Ну, конечно же, название неспроста, потому что оттенки действительно нежные, пастельные. Без покрывала дом не дом. Юля, это новинка на телеканале Шоппинг-шоу. Давай делать ставки. Как думаешь, понравится нашим телезрителям? Очень понравится. Знаешь почему? Почему? Я-то просто в этом уверена. Потому что подбирают и неспроста. Я же все фиксирую. У меня есть обратная связь с нашими покупателями. Цвет фиолетово-розовый – это любимый цвет наших покупателей. Огромное количество, миллионы наших покупателей почему-то обращают внимание именно на этот цвет. Ну, наверное, действует успокаивающий, красивый. О лете напоминает, я так думаю. Ну, тогда скажу по-другому. Ваш фаворит по цене 899 рублей нежнее нежного покрывала. Слушай, меньше 900 рублей. Такая красивая нежная расцветка. По цене со скидкой. Воспользуйтесь нашим предложением. Но Юля сейчас чувствует, что-то нам скажет. Вот ты назвала цену. Ты назвала цену, ты думаешь, заодно покрывала? Вовсе нет. По такой цене вы приобретаете сразу два покрывала. Покрывало нежнее нежного. Двустороннее, мы с вами сейчас обязательно в этом убедимся. Вот так, смотрите, давай. Вы можете менять свой интерьер по своему усмотрению. Сами будете дизайнерами своему интерьеру с покрывалом нежнее нежного. Это очень легко и просто. Здесь у нас преобладает голубой оттенок. Очень красивый небесный цвет. Цветы, которые напоминают нам о лете. За окном нет красок, а с покрывалом нежнее нежного в вашем доме всегда оживленный интерьер. Для тех, кто предпочитает цветочный принт в интерьере, который всегда вызывает радость в нашей душе, наше предложение нежнее нежного. Именно так называется покрывало по цене 899 рублей. Внимание, дорогие телезрители! Прямо сейчас мы покажем, что за 899 рублей вы получаете сразу два покрывала. Юля, вот для нас с тобой, мы же все такие капризные. Сегодня так, завтра не так, завтра надоело, хочу ремонта. Так вот, меняйте по настроению сторону покрывала. С покрывалом, без ремонта, без масштабных преобразований вы сможете преобразить свой дом к Новому году. Как нам вот для души всегда хочется изменений, правда, Оль, к празднику, нарядить хочется и себя, и дом свой. Ну, мы, женщины, давайте создавать атмосферу уюта в своем доме. Покрывало нежнее нежного, двустороннее, в трех размерах. Ты знаешь, я вообще считаю, что это еще очень хороший подарок. Вот когда мы думаем, знаешь, вот что подарить, подойдет под интерьер, не подойдет, понравится расцветка, не понравится, но точно понравится, потому что здесь две стороны. Кстати, это покрывало, внимание, уже хит наших продаж. Вот новинка и уже хит. Две стороны, поэтому она такой хитовая. Юль, у меня такой вопрос к тебе. Я вот прикоснулась, когда к нему почувствовала, что, знаешь, вот прям наподобие хлопка. Я ошибаюсь? По тактильным ощущениям похоже на хлопок. Да, Олечка, ты ошибаешься на самом деле, но не до конца. Наше покрывало нежнее нежного выполнено из микрофибры. Ткань инновационная, но микрофибра, она многолика. И в данном случае действительно выполнена с эффектом хлопка. А хлопок, я вам как дизайнер уже говорю, с этим советом к вам обращаюсь, очень создает особую атмосферу в доме. Микрофибра хороша еще, если вы практичная хозяйка. Она прекрасно пропускает воздух, если вдруг вы захотите укрыться этим покрывалом, пожалуйста, вам не будет жарко. Покрывало не требует глажки, оно не мнется вообще, ровно и аккуратно располагается на кровати, абсолютно гипоаллергенное. И что касается самой ткани, и что касается красок, там нет компонентов, вызывающих аллергию. Покрывало не выцветает на солнечном свете и всегда остается в яркости красок. Так что, если вы практичная хозяйка, покрывало нежнее нежного точно для вас. Знаешь, Юля, я сейчас, знаешь, чем подумала? Вот у моей мамы, она, у нее есть покрывало, но оно такое громоздкое. У нее занимает оно целое кресло. Она иногда даже не застилает постель, но вот кресло всегда у нее занято покрывалом. Вот как ты думаешь, мне кажется, наше очень компактное, правда? Да, действительно, покрывало компактное. Олечка, давай вот мы снимем с кресла, я вам прямо сейчас покажу, что оно действительно превращается, ну, буквально в маленький квадратик. То есть зимой мы с вами используем для обновления интерьера, для защиты постельного белья от пыли и повреждений в спальне, а весной тоже есть куда применить. В машину бросили, легкая, компактная. Весна придет, мы ее всегда будем ждать, тоже можно будет использовать. То есть покрывало круглый год всегда вам будет нужно. Дом не дом без покрывала. Это и практика, это и комфорт, это и уют. Без покрывала, ну никуда. Ты посмотри, два моих пальчика, да, вот в... Да?
по высоте, это очень здорово. Кстати, вот, Юль, все-таки главное предназначение покрывала — это, конечно, безопасность нашей мебели, правильно? Особенно, что касается спальни, Олечка, не только мебели, а еще постельного белья. Да. Вот представьте, утром, да, но нам всегда не хватает времени для того, чтобы собраться вовремя и да, на работу не опоздать. Поэтому покрывало здесь служит хорошую службу. Вы накинули быстро покрывало на вашу постель, постельное белье защитили от пыли, защитили от механических повреждений. Вы хотите каждую ночь ложиться в чистую свежую постель? Тогда без покрывала нежнее нежного точно не обойтись. Оно будет в течение всего дня готовить вашу постель к вашему свежему сну. Кстати, вот про чистую постель, это все понятно, да, что она пылиться не будет, но покрывало-то будет же пылиться, его нужно будет стирать, а я переживаю за вот эти нежные краски. Ты посмотри, вот они как акварель смоются, наверное. Не смоются, если будем использовать правильный температурный режим. Так, стираем покрывало нежнее нежного при температуре 30-40 градусов, и никаких проблем не будет у нас именно с краской, то, о чем ты сказала. Краска останется как новая, покрывало надолго будет оставлять свой первозданный вид, ведь оно из микрофибры. Микрофибра прекрасно держит краску, потому что волокна пористые, и красочка не утекает. Ну, я хочу еще раз напомнить, и Олечка уже, наверное, прямо-таки догадалась, о чем я хочу сказать. Наше покрывало двустороннее, то есть у вас больше возможностей. Давай покажем, как в интерьере смотрится две стороны. Вот, Юль, такое впечатление, что абсолютно разное покрывало, а у нас же одно, и оно двустороннее. Многие потом, что две расцветки, что ли? Покрывало долгожитель, две жизни у одного покрывала. Оно и прослужит дольше, и даст вам возможность менять интерьер по своему усмотрению. Каждый раз у вас свежий интерьер. Представьте, как преобразится ваш зал, ваша гостиная, ваша спальня, детская, загородный дом. Покрывало можно использовать абсолютно везде. Классические цветы, расцветка веселая, летняя, свеженькая. Вот Оля имитирует, да, как мы, допустим, покроем диванчик. И диван действительно с покрывалом приобретет новую жизнь. Не хочется же выбрасывать старую мебель, правда, Оль? Ну, привыкли отдыхать на ней. Просто укрыли покрывалом и посмотрите, как преобразится ваша мебель. Это отличный подарок на Новый год. Вот смотрите, когда мы идем в гости, мы готовим подарки, мы думаем, так, что бы подарить? Как правило, берем какую-то безделушку, свечку, особенно к Новому году, или с тортиком приходим, правильно? Тортик съели, забыли, а вот покрывало по цене одного торта практически 899 рублей точно понравится. Здесь есть два секрета. Первый секрет – цветочный принт. Надоела расцветка? Поменяли. Посмотрите, совершенно другая расцветка. То есть двустороннее покрывало, которое в любом случае впишется в любой интерьер. Кому бы вы его не подарили. Итак, Новый год совсем скоро. Набирайте новогодние подарки за 899. Двустороннее покрывало вы не найдете нигде.